ребят, я уже иду больше часа. Вообще не знаю, где я нахожусь. Но вот эта вся красота. Вся вот эта красота. Необъятные озера просто. Запах. Здесь, посмотрите, здесь ни одной бумажки не валяется. О, есть немного. Надо будет, кстати, с пакетом пройти, убирать. И вот так вот я живу 4 года. Вот, выходим в этот эпицентр порой, там рядом метро. А тут вот оказывается, за эпицентром начинается вот эта плодородина, все эти озера. У меня жена, например, живет здесь уже больше 10 лет, я думаю, даже 15. И она здесь никогда не бывала. Вы просто посмотрите, ребят. Березовая роща. Березовая роща, ребята. И такого тут много. Тут видно, что люди даже на машинах приезжают. Тут много было и тропинок. Просто посмотрите. Озера, леса. Чистенько. Тайное место, ребята. Тайное место. Вот. Чтобы погулять, побегать. Посмотрите, какая плодородная трава, в смысле, земля, чтобы по ней бегать. Посмотрите, как здесь удобно, качественно. Вы знаете, я хочу здесь и умереть тоже. Вот. Жить на поздняках и умереть. И особенно в этом доме, где жена живет. Потому что... Я помню, я жил на Дорогожиче. Там у нас был Бабий Яр. Вот я им. Но там дорожек для бега было мало. И сам он был, я его избегал вдоль и поперек, очень маленький. Тут бегать не перебегать, ребята. Вот. Здесь ходить не переходить. Искать не переискать. Снимать не переснимать. Просто смотрите, я иду, и бесконечная дорога. То есть это все когда-нибудь застроят, вырубят всю эту красоту. Вы посмотрите, ну, ребят, ну просто вот, просто посмотрите. Не знаю, вам видно? Елочка. И тут таких полно вот таких ситуаций. Маленькие деревца, и все они такие милые вообще. Ну, конечно, я вам сразу скажу, что когда идете в такие походы, то обязательно берите с собой баллончик. Все, ну тут, понимаете, я просто здесь часами гуляю. Я ж, хотите, вам могу, конечно, снять это все часами. Но мне кажется, как бы... Я к чему это вообще снял? Для чего это вам показываю? Я говорю, что вот за нашим домом, за нашей окраиной, которую мы иногда там не любим, и идем в какие-то парки... Вы не представляете, какой здесь воздух, ребят. Есть вот такие плодородины, вы посмотрите. Вы знаете, как это все пахнет? Вот я был в Крыму, например, и мы там, ой, Крым, так пахнет. Да вы посмотрите, вы знаете, как все это пахнет? Ребята, вы посмотрите, как все это пахнет. И такого здесь бесконечно, оно уходит вглубь. Я просто уже пытаюсь вернуться обратно, потому что я не знаю, где я нахожусь. Я пытался это... Кстати, сюда вот помните, я хотел выживание? Так вообще сюда можно именно ехать с выживанием. Взять каких-то... Ну, короче, надо посмотреть так, чтобы не рубить же ничего. Вот. Сухих веток я здесь особо не наблюдаю. Вот просто все как будто заповедная зона, ребята. Можно взять удочку. Купить, кстати, удочку, потому что раз уж я здесь рядом живу. И вы смотрите, ребят, это все березки. Это все какие-то... А, это тоже березки. Это там какие-то ивы есть. Там какие-то... Ну, в общем, я там сильно не разбираюсь, но они тут много-много-много разные. Вот, смотрите, вообще именно. Это вообще какой-то вот тупо лагерь. Смотрите. То есть здесь вот тебе рукомойник.
Вот, здесь они там что-то здесь отдыхают. Вот. Вон какая-то там сидеть. Бери с собой дрова. И все. О, смотрите, уточки. Смотрите, какие. Какая-то даже не совсем уточка, это лучше. Это нырки. Смотрите, занырнул. Ой, аж где вынырнул. Масечка, я просто гуляю, лапочка. Смотрите, какая красота. Ой, нырочки. Ой, ныряет. Ох, короче, я буду отсюда выбираться. Я вам к чему это просто вообще все рассказываю. Я хочу сказать, что красота, она рядом. Украина столь прекрасна, что нам не зачем ехать в этот Крым. Мы там ехали сколько-то часов, лазили по каким-то какому-то каменному городу. Какие-то три забитые зверюхи сидели. И олени у них когда-то выбегают на дорогу. Блин, мне кажется, здесь чего только нету. И если у тебя будет удочка, то реально можно и выживать, и что хочешь. Ну, в общем, это видео может длиться бесконечно. И я могу его снять еще, например, для тех, кому все равно там, не знаю. Ну, вы посмотрите на эту ель, ребят. Ребята, ну, посмотрите. Ну, разве на Новый год есть такие елки? Ну, разве это не Новый год каждый день? И такого здесь до бесконечности. До бесконечности. Я просто попал в параллельную реальность. Я ушел за эпицентр, начались пляжи, пески. Посмотрите, это же березки, ребята, это березочки. Посмотрите, это маленькие березки. Понимаете? И сюда даже можно на мотороллере приехать, на машине, на чем хочешь. И здесь просто даже не знают, как сюда доехать. Вы посмотрите на эту елочку, ребята. Ну посмотрите. Ну одна елочка стоит, блядь, чтобы тут вот и умереть, чтобы тут вот лечить и сказать, это лучшее место для упокоения. Чтобы тут твоя душа обрела вечный мир с вот этим вот, с этой красотой. Чтобы твои частички стали питанием для всей этой красоты. Тела своего не жалко даже, понимаете? То есть я хочу сказать, что красота вот рядом. Ну не надо куда-то ехать, блин. Просто люди, это мерзость такая, которая вырубает все, что-то уничтожает. И вот есть, оказывается, места. Это Киев, ребята, это Киев. Это даже не окраина. Я думал, надо там на Борисполь ехать, этот сосновый. Так там, блин, людей, знаете, сколько ходит. И там только сосны. Там нету даже озер. Там пара озер каких-то таких. И там все уже, знаете, ларьки, шмарьки. О, посмотрите, можно идти туда. Я могу пойти туда, ребят. Я могу пойти вот туда, вот так гулять, вот туда. Я могу вот так вот лечь на траве, вот так вот. Вам показать, как я могу лечь? Ну, я, конечно, давайте, вот дороги не буду. Давайте, вот мы пойдем как раз туда. Пошлите. Вот, смотрите. Давайте, идем. Это я иду, вообще я здесь никогда не был. Я здесь уже никогда не буду. Знаете почему? Потому что в следующий раз, когда я буду здесь идти, я буду уже идти по другой дороге, по другому маршруту. Понимаете? Здесь до бесконечности. Здесь уходят эти леса и идут, и идут. То есть люди выбирают, конечно, любимые себе зоны. Вот, вы посмотрите на эту елочку, ребят. Вы посмотрите. Ну как ее рубить топором, ребята, ну как? Неужели у кого-то это ребенок? Вы посмотрите, это маленький ребенок. Неужели вы не видите, что это такой же ребенок, как ваш ребенок? А вы смотрите на это. Это папа, мама стоят. Бабушки, дедушки, тети, дяди. Братья, старшие, сестры. Посмотрите. А это их не маленький, Масечка. Я могу возле Масечки лечь. Ну, я, ладно, не хочу пачкаться. Все, был дождь, и от этого еще более. Посмотрите, вообще. Посмотрите, это бесконечно. Там за озера дальше. Вот какая-то труба. В общем-то... Вот я, например, даже сейчас не знаю, где я опять нахожу. Мне надо выйти хотя бы на ту дорогу. Я вообще куда-то иду. И, ну, я в теории понимаю, куда я могу идти. Но
Вообще мне пожелательно выйти туда, куда-то обратно к эпицентру. Я надеялся пройти, обойти одно озеро. Короче, не помню, как оно называется, Нежин или что вроде этого. Вот. И вот так. Можно жить, ребята. Знаете, я с пригорода. У нас там сосновые такие тоже леса, как бы. Но там, знаете, столько народа бродит. А тут все девственно чистое. Я не знаю, кто здесь бывает, но то ли здесь ходят, убирают, то ли здесь часто останавливаются. Но все равно как-то благородно, культурненько, посмотрите. Здесь постоянно дикари останавливаются, походу. Постоянно, типа, куда поедем? И такие, знаете, втихаря. Нам с вами, ребят, не говорят. Вот. Короче, вот смотрите, я сейчас иду в ту сторону, да? Ой, тут какая-то уточка была. Извини, уточка. Вот, это я вот так. А туда, если обходить еще дальше, вот здесь вот, по идее, скоро будет проход. И если он там есть, конечно. Вот. Но я иду уже намного больше часа. Вот. Хотя я, честно говоря, выбрался. А, ну да, ровно на час. Я вообще вышел бегать. Вот видите, одел такой прикид. Думал, бегать буду. Но так как я сегодня первый день, так скажем, я встал в 5 утра, в 5:30 в итоге вышел где-то. Вот. То, конечно, первый день бегать не хотелось. Я еще встал, знаете, что-то поясница такая. Она после переездов, работы с этого. О, смотрите, я так бесконечно буду куда-то идти. Очень классно. Вот, знаете, вообще можно так целый выходной себе делать. Взять какие-то бутерброды. Вот. А рыба. Ну, я, знаете, я как-то... Вот я животное вообще вот решил перестать есть. Но, к сожалению, яйца перепелиные сырыми будет приходиться есть, потому что B12 надо где-то брать, B6 надо все. От B-шки брать. Ну и вообще там полный набор элементов, как бы. Вот. Кстати, интересно, да, вот я как раз, смотрите, встал, выпил литр воды, затем там позанимался своими делами. Минут через 20 я выпил соду. Вот я пошел гулять. Сейчас я все растрясу тут. Честно скажу, кое-куда уже ходил. Вот, надо с собой обязательно запасать какую-то бумаги. Ну, то есть, оно же, ты погулял, оно все именно запустилось. Кстати, вот у животных интересно, что животное есть не идет. Смотри, какая красота. Животное есть не идет, пока не сходит в туалет. Вот. То есть оно не прогоняет пищей это все. А сначала все это выводит и только затем. Ну вы посмотрите, ребят, ну по-моему здесь реально кто-то занимается. Это ощущение, что это все. Ну посмотрите. Ну кто это перевязал бы просто так? Понимаете? Почему? Зачем? Что это сделали? Видите? Здесь вот кто-то реально всем этим занимается. Так вот. Да, и брать какую-то... А рыбу, вот, кстати, вот я, знаешь, сказал, мясо не очень. А вот рыбу и, как она называется, решетку. Вот я бы взял. Ну, единственное, что, видите, дров, конечно, тут не видать. Это надо... то есть сухостой, или как она называется. Ну да, сухостой здесь вообще не может быть, потому что это совсем молодой лес такой. Редкость, сухостой. Вот. А какие-то веточки, ну, что-то их не видно. То есть я вот не нахожу вообще веток. То есть полностью вообще отсутствие. А, нет, что-то есть. Вот. Ну, для костра, я думаю, ветки найти можно. А вот если хочешь конкретно там пожарить что-то, то, конечно. Вот. То есть я так, видите, снимаю видео, но на самом деле... Надо его заканчивать, потому что сейчас окажется, что памяти не хватает в нем или еще чего-то.
Вот. Потому что, ну так я буду идти до бесконечности, понимаете? У меня вообще-то сегодня выходной. И я хотел бы, конечно, проводить жену утречком на работу. Вот. О, видите, там даже какая-то надпись. Надпись, видите? Здесь вообще какая-то, может быть, частная территория или заповедная зона. Но вот это гавканье собак, конечно, не круто. Смотрите, написано, краще дыхать свежим поветрием. Ну, смотрите, какая красота, ребята. Подписываясь на все стоит. Вот я не знаю, мне плакать может. Я рад, что я оказался в числе тех, кто нашел эту красоту. Очень печально за тех, кто ее не нашел. И радуешься, что не нашли ее другие многие. Человек, знаете, ну это неплохо. Ну, зачем? Это же не самобичевание. Просто нужно понять, что мы часто ведем себя отвратительно. Мы какие-то очень плохие дети, очень больные дети, недоглаженные. И это все вокруг, оно могло бы нас погладить, понимаете? Вот вы, может быть, не знаю, я там видео выставлял или нет, глаза лисички. Вот. Ну, не именно глаза, сама лисичка, но ее глазенки. Понимаете, вот когда животное смотрит на вас, оно вас гладит, вашу душу. Когда касаетесь этой красоты или вдыхаете этот воздух, оно гладит вашу душу. Физически человеку поглаживание, ну, не так важны. Вот видите, например, там гавкают собаки. Кто знает, что у них в голове? Знаете, конечно, человек, я считаю, неприятнее, чем собака. Собака как бы... Но человек редко вооружен, скажем так. А собака это такое существо вооруженное. То есть она ходит с ножами в зубах, на во рту. И, извиняюсь, ей ничего не предъявляют. Не говорят, давайте их в чехлы, в ножны. Вот. Но это здорово, потому что на самом деле собака не создана быть в чехлах, в ножнах. Какая красота. Вот. Но неизвестно, что у них в голове, как и у людей. Вот. И всегда хочется иметь при себе баллончик. Так что обязательно, ребята, только перцовый, ребята. Потому что перцовый действует на собак. Некоторые другие могут не подействовать. Вы же не хотите пробовать на себе. Ну, я же рассказывал, несколько раз спасали. Вот тут я когда-то буду бегать. Вот я сейчас иду, а точно так же я когда-нибудь буду бегать. Так вот, бежать. Вы представляете, по вот такой вот бежать по травке. Я сегодня думал ехать на Бориспольскую, короче. Думаю, вот куда я иду, блин, столько же до метро. А потом на метро пару остановок. И я на Бориспольской. И уж там я по Сосновым это. И утро, будень, мало будет людей. Ну, знаете, что это вранье. Дофига будет людей, и те, которые бегают, и те, которые просто ходят, и те, которые на работу идут через этот лес. Вот. И лес неприятный особо. Сосны высокие, да, но нету разнообразия какого-то. И нету неизведанного. То есть я там практически все уже облазил. Вот. Вот это, кстати, дорога должна типа проходить между двух озер, я так понимаю. И, ну, в теории она должна... Вообще, вот, кстати, интересно, что этот телефон, он почему-то должна вести к эпицентру. Так вот, этот телефон почему-то не показал, где я нахожусь. То есть он мне показывает, типа, вот, тут твой адрес, там, или тут эпицентр. Но в какую сторону идти, не сказано. Смотрите, просто как будто чей-то огород. Сейчас покажу ближе. Оп, смотрите. Какая красота. Вот реально просто, как будто бы зашел на чьи-то грядки, в чью-то святая святых. Я думаю, кстати, вся эта территория, видите, вот дорожку протоптана, для многих святая святых.
Большинство просто они не знают, и слава богу. Я тоже никому, наверное, не расскажу, кроме вас. А вы знаете, что просто меня все равно никто не будет особо смотреть. Вот. А вы там, вы же с разных городов, большинство, никто никуда не поедет. Вот. И вот я даже дальше не знаю, куда идти. Вот, есть сюда, есть сюда. Вот там есть такая труба торчащая, может быть, вы видели. Вот она типа как хороший ориентир. Почему я хочу выйти? Уже потому что мне пора дома что-то там. Яйца перепелиные хочу выпить, прийти. И поставить кашку вариться. То есть я их выпью натощак. Потом пройдет какое-то время. И я покушаю кашку. Вот. Короче, ребят, я вам скажу, честно говоря, походу я реально заблудился. Потому что я уже даже той трубы не вижу. Вот. Короче, еще дороги разделяются, понимаете? И я в теории, вот, да, правильно, скорее всего, иду. То есть я в теории должен был обойти вот это озеро. То есть если бы я туда пошел, я бы еще какие-то там пошли в территории, представляете? Вот вы просто вдумайтесь, как вот можно... Вот, ну это вот как я когда-то рассказывал, что мне нравится плавать. Но при этом плавать, чтобы что-то находить. Там, ну, для съемки или... Пипец, посмотрите, ребят. А я такой когда-то хотел, думаю, вот, переехать в Вышгород. В Вышгороде там леса. Посмотрите, здесь. Здесь все есть. Ага, я понял, та дорожка должна была быть прямо. Это просто такой место привальчика. Вот так вот, ребят. Берешь там палатку, если хочешь на ночь. Ну, дрова, дрова. Вот проблема с дровами здесь, конечно. Дрова свои. Вот, все, я не знаю, вот палка. Вот, кстати, у меня нет с собой палки. Может, спасибо кому-то ее и взять. Такая она не слабая. Знаете, возьму. Смотрите, какая палочка. Вот, каминчик. Ну, пожалуйста. Пришел рыбачий человек, смотрите. Оп, здесь у него есть штучка, чтобы на ней стоять, потому что телефон упал. Все, рыбач. Блин, единственное, я не знаю, где я нахожусь, ребят. Ой, это здорово, конечно. Единственное, что может быть телефон тогда не разряжать. Ну, короче, ну, я не понимаю, зачем вам это я все рассказываю, это так... Ну, то есть, кто из вас будет смотреть аж полчаса? Просто саму тему вы поняли, да, я думаю, что все может оказаться рядом, что вам надо открыть просто по сути карту. Не, все-таки палочку я оставлю. Вот здесь ее поставлю. Почему? Потому что, ну, как бы зачем себя нагружать зря. Хотя вещь хорошая, конечно, всегда палочка. Вот, палочка, она в основном от собак. Так вот, то есть вам надо открыть карту, набрать ваш дом и посмотреть, где вот... Какие-то озера. Ну, наверное, озера идут как показатели больше, да? Так. Видите, я просто вообще не понимаю, как этот телефон работает. Он иногда то там, то виснет что-то там, то еще чего-то. Вот. А профессионально я не хочу брать, потому что... Ну, потому что... Смотрите, березка, ребят. И таких вон много, и там березки, и там вот ели. Просто посмотрите, я как будто вхожу в ворота. Здесь ель, и здесь ель. Видите? А там впереди неизвестность. И мне надо оставить немножко зарядка телефона, чтобы хотя бы жене сказать, что все в порядке. Я живой, просто где-то потерялся. А где, непонятно. Кстати, у меня тоже ни еды, ни воды. Нет, это было бы здорово, кстати, такое поснимать про выживание. Почему именно так? Потому что... Ну, хотя на самом деле не очень. Вот надо, знаете, для таких выживаний, ну, хотя бы спички взять какие-то. Вот. Хотя вот если вот сейчас, вот реально, вот если я заблудился, что там делать, вот я не знаю. Самое важное в моей ситуации, это развести костер и вода. Понимаете? А развести костер я не смогу сыро, ребят. Вот так вот, все, ложись и умирай. Вы что думаете, что вот это вот, то, что вы смотрите
эти передачи, они помогают. Я тоже смотрел, да, надо найти веревку, где ты ее найдешь? Надо найти трут и ветку, где ты его найдешь, эту трут и ветку? Посмотрите, все насквозь мокрое. Здесь такие дожди шли, походу. Вот. Да даже если бы они не шли, я не знаю, это что мне, брать кусок ели или что? То есть, как это пилить там? Вы что, прикалываетесь? Вы что, реально верите, что оно... Вот я бы не знаю, чтоб я реально начинал. Туда, смотрите, идут какой-то. Вот я вам отсюда покажу, смотрите, поближе. Посмотрите. Какая-то дорога неизведанная. А сюда другая. Вот. Короче, я вам уже, я понимаю, что надоело. Да и вы мне, честно говоря, поднадоели. Ну, в этом видео. Почему? Потому что, ну, что я тут, ребят, надолго. Я думаю, что уже часа полтора, наверное, я тут брожу, там, или сколько. Надо глянуть. Я просто помню, во сколько я вышел. Я вышел в 5:30. Ну, даже если сюда забрел через 20 минут. Даже если в 6, типа, если считать. То я думаю, что, ну, сейчас я где-то только здесь брожу. Вот. А я собирался час всего походить. Так вот. О чем я? Да, костер не развести. Это, знаете, это получается, что я бы, что бы я делал? Пил бы воду с озера. Представляете? При этом большая опасность подхватить какую-то кишечную инфекцию. Что-то еще. Ну как ее с озера пить-то, блин? Ее надо, блин, разогреть. Это хорошо. Становится вопрос. Так, а в чем ее греть? Блин, баклажку я видел, хорошо? То есть, блин, как это все сложно, ребята. Вот, смотрите, я, кстати, через какой-то пути таки прошел. Блин, я бы хотел, чтобы здесь какие-то ягоды были. Кстати, тоже, видите, те там выживают, там какие-то бананы у него, понимаете? Кокосы у него, блин. Не отказался, блин, там еще какое-то озеро. Тут еще что-то, я так не понял. Черт, короче, я заблудился, ребят. Вот. А тут мне что есть? Ну, я понимаю, что вот я там хочу быть вегетарианцем. Кстати, баклажка лежит. Я хочу быть вегетарианцем, но что, вот мне прямо брать вот эту траву, да? Ее отрывать и есть или что? Ну, блин. Короче, в теории, вот если это озеро обойти... Мне надо куда-нибудь выйти к домам. Да. Вот в теории я обхожу вот озеро. О, кстати, да, где-то это озеро, наверное, я и обхожу. А труба где? Вот тут труба, или это уже другая труба? А тут вообще вот проход есть? Вот я что-то прохода... Не, наверное, есть. Ну, уткам все равно, смотрите, она плывет. Вообще красота, сейчас покажу. Вот эти уточки плывут с края. Плохо видно. А, вот эти, нет. В общем-то, не важно. Короче, я не знаю, что будет, если телефон отключится, как бы, то что это будет значить? Видите, здесь уже такая маленькая дорога. Здесь вообще, наверное, никто не ходит. Ну, что сюда поперся? А куда? Туда? То есть с этой стороны вообще нет дороги. А знаете, что это может значить? Может значить, что река уходит... О! Ориентир какой-то. Кстати, здесь, может быть, какие-то проходят. Видите, не просто что, правильно? Что, перевязали дерево, чтобы оно не упало? Или что? Короче, здесь могут проходить какие-то... Как сказать? Кроссы. Какие-то, может, велосипедные. Может, какие-то... То есть, под комментарием я все-таки напишу сколько... О, то, что я боялся, ребят. Короче, это озеро, оно вот так вот идет, и вот так оно поворачивает. Вот тут и его надо обходить, поэтому здесь и нет дорожки. А там тоже не было дорожки. Короче, вот так-то, блин, короче, а как я его обойду? Короче, вот тут вот, по идее, как-то его кустами можно... А, о, смотрите, здесь типа что-то двигалось. Короче, я даже не знаю, сколько вот эта съемка может продолжаться. Мне кажется, она особо больше получаса не продолжается, ребят. Так что она сейчас там или выключится. Давайте я его сам выключу.
Потому что тут долгое, походу. Короче, я вам потом напишу под видео, сколько я здесь все-таки побродил. Все, всем пока. Удачи, ребята. Ну, не знаю. Мне было бы приятно, если бы поставили лайк. А еще лучше подписались, короче. И, кстати, под видео, вот под этим видео, если ваша ласка, потому что никто не хочет отвлекаться, вы... Я вам сейчас цветы за это сниму. Видео какие? Вы под этим видео, пожалуйста, напишите вот с подобной территории, что бы вы хотели, какие бы вы видео хотели снять. То есть, может, выживание, может быть, какие-то неизведанные дали, куда я тут дойду. Может быть, как я рыбачу. Ну, в общем, мне здесь очень комфортно, мне здесь очень интересно. Я здесь обязательно буду находиться вне зависимости от того, как бы, дадите ли вы мне... Блин, там что-то... Ой-ой-ой, оно там продолжается и продолжается, блин. Я его, наверное, никогда...